На территории за Краснокаменской теплоэлектроцентралью горожане организовали несанкционированную свалку и скотомогильник. Об этом сообщили в сюжете краснокаменского телевидения. Видео опубликовали в официальной группе в Одноклассниках. Журналисты канала случайно обнаружили на месте труп свиньи огромное количество мешков с копытами коров. Ветеринары Краснокаменской станции по борьбе с болезнями животных и сотрудники Россельхознадзора выехали на место происшествия. Однако после осмотра останков не удалось определить бывшего владельца животных, поскольку труп находился там длительное время. Со слов автора сюжета, краснокаменские фермеры жалуются на пропажу скота, и его останки стали находить вокруг города.